Всем привет! Я с микрофончиком, чтоб не заругался Сашек. И как он сказал, Шоня, працюе. Працюе, это работает. Уже вот на ней тут тает. Ночью было минус 25. А сейчас двадцатка. Вот я ее распрацевал. Сейчас заглушу. Уже тут теплушка. Часа через два на работу ехать. Хотел же тогда рассказать, какая резина у меня. Резина Кама 503. Ну, М плюс С. Грязь, снег, зимние шипы. Ну, вот так она сильно порезана. Это, думаю, что это даже русская липучка. Достаточно мягкая резина. Вот минус 20, вот так вот она шеволится тут. Как бы очень хорошая резина. Размер 175-70-13. Индекс, наверное, скорости 82 Q, а может, нагрузки, хер тут поймет, кто как тут. Ну, сделано, конечно, в России. Вот такая резина. Досталась она вместе с машиной мне. Правда, без дисков. Это диски с летней резины. Летняя резина на дисках отечественного производства, легкосплавных, как там называется, какие-то военный завод, ВСМПО или как-то, ну, типа того, там есть у меня видос про это. Вот такая резина. Что-то тоже хотел что-то сказать. Ну, скажи давай и все. Скажи, всем спасибо, всем пока.